Привет, друзья! Вы на канале Play Sport. Поговорим о таком солнечном чемпионате, который проходил в Бразилии в 2023 году. И сегодня мы продолжим смотреть серию прыжков такой спортсменки, как Даниэль Роблес. Ну что, поехали! Сейчас Даниэль вышла в третий раунд, будет выполнять передние стойки 1,5 оборота назад в положении группировки. Как видим, очень долго настраивается Даниэль, видно, что как-то волнуется, пытается взять себя в руки, настроиться на прыжок, хотя первых 2 прыжка у нее были, как мы помним, очень хорошие, хорошие баллы ей поставили. Хорошую скорость, очень высокий отскок у нее сейчас был, отлично выполнила элементы, на высоком уровне сделала обороты. Посмотрите, какой был чистый, погашенный вход в воду, чистенько, аккуратненько, спокойно забрала все брызги с собой в воду. И по баллам так, судьи выставляют ей 53,20 балла. Тяжело приходится сейчас спортсменам, погода сегодня не на их стороне, как видим, что приходится выполнять прыжки при дожде. Оливьера сейчас готовится выполнять стойку на руках с 1,5 оборота вперед. Оливьера вообще является основным лидером бразильской сборной, нужно это отметить. Так, видим прыжок 2-го класса, как будто чуть не хватило высоты вращения для погашения входа, был небольшой переход. По оценкам за этот прыжок судьи выставляют всего 60,80 баллов. Заключительный раунд. Сейчас нужно Лире как-то собраться, потому что от этого очень много зависит. Выглядит Луана сейчас очень спокойно, уверенно. После удачного, прекрасного прошлого прыжка видно, что смогла собраться и готова показать свою лучшую программу. Так, а сейчас будет выполнять по элементам. Коэффициент сложности этого прыжка 3,1. Выполнять готовится с передней стойки 1,5 оборота с одним винтом вперед. Положение сложившееся. Добрала очень хорошую сейчас скорость. Отличный отскок. Удачно прокрутила винт, отлично выполнила складку, дотянула, все чистый, погашенный, прекрасный вход в воду. Ни одного брызга не оставила, все собрала с собой. Давайте поздравим Лиру с ее прекрасной программой. По баллу получать за прыжок она 63 балла ровно. Но если тебе понравилось мое видео, поставь мне лайк, подпишись на канал и всем пока!